что такое время? Время, что время должно цениться. Время – это когда человек куда-то может опоздать. Время – это чтобы в садик не опаздывать, и не опаздывать на обед, и не опаздывать на работу. Время – это чтобы люди не опаздывали, вот, например, на работу. День, ночь, когда? Время, чтобы не опоздать. Куда? На еду. Чтобы не опоздать спать и кусать. Угу. На эти типа позы кусаю. Время. Днем не надо опаздывать никуда. Время это где показывают время. Раньше были солнечное время. Что за солнечное? Раньше было, когда не было часов, а потом ученые создали часы. Как выглядит время? Время может быть на часах или в телефоне. Время выглядит вот так, как на часах. Час, год, время. Это все время. Маленькая стрелочка показывает минуты, а большая часы. Круглые. Там есть однерка и еще есть двойка, пятерка, шестерка и 19. Почему важно беречь время? Важно беречь время, потому что надо его ценить, уважать. Ну, потому что время, оно очень полезно. Чем оно полезно? Тем, что можно никуда не опаздывать, но если, конечно, на часы вас обманули, тогда, значит, часы надо менять. Так что поэтому нужно беречь время. Ну, чтобы, вот, например, пошел куда-то, например, в кафе, а ты не приглядел на время и опоздал. Вот поэтому важно глядеть на время. Ну, потому что если не спешить, тогда ты можешь опоздать. Чтобы не опоздать. Школы. Потому что нужно беречь время, чтобы они не разбились и чтобы не опаздывать в садик. Что ты делаешь в свободное время? Я могу поиграть на телефоне или с Кирой поиграть. У меня есть сестра. Я вот обычно катаюсь на самокате, когда у меня куча свободного времени. Я катаюсь на самокате. Гимнастикой занимаюсь. Ну, например, катаюсь на самокате или на скейте. Только и с Тимой. И детай, и машины, которые там. И животных. Ну, чего не бывает. Гуляю. Могу встретить друзей и с ними играться.